Всем привет! Привет, мои друзья, мои хорошие подписчики. Посмотрите, какой у нас туман. Вот тут находится дом, его не видно даже. Ощущение, как будто лес. А вот тут вот гаражи. Вот за гаражами лес, наверное, да? Лесопарк. Офигеть, какой туман. Вечер уже у нас. И туман. Вот мы идем, Женька, и шутим. Я говорю, сейчас меня украдут. Он говорит, это я тебя сейчас украду. Я говорю, вот ты меня ведешь, говорю, сейчас раз и лес перед носом. Смотрите, действительно лес. Небольшой кусок леса. А там есть у нас лесопарк. Это мы с Женей сейчас к друзьям поехали отдыхать. Я вам уже говорила на эту тему. Вот тут у них лесопарк. Вот там очень красивый лес, особенно когда снег выпадает, там очень красиво в лесу. После снега, после выпадения снега. Помнишь, как мы гуляли с тобой там? Ну вот недавно. Там то слоны какие-то интересные получаются, то лиса, то панда, то кошка, такие фигурки всякие. Если иметь хорошую фантазию, то вообще там такая красота. Но я все равно не понимаю, где мы идем, но Женька говорит. Что? Вот светофор, видишь? А, мы сейчас на ту сторону перейдем, да? Да, как мы сегодня. А я думала, мы сейчас в тот двор зайдем. Просто. И все. А это, оказывается, вон где мы. Я еще думаю, что за дорога такая здесь? В тумане вообще вот так можно заблудиться. Такой туман, надо же. Какая красота. Елочка такая. Красивая. А вот тут вот, стой. Это, не видно. Ну что ты сказала? Я хотела, чтобы угадали. Ее не видно, действительно, церковь. Сфоткаем. Хорошо, ну хоть дай мне руку. Умеет фоткать. Слушай, как классно, а? Да, дома не видно. Мне кажется, вечером такой туман я ни разу не видела. Я видела днем в прошлом году. Тоже, кстати, снимала. И когда? По утрам бывает. Да, по утрам вижу, а вот вечером ни разу не видела. А представляешь, Жень, в деревне, если. Как ежик в тумане. Ага. А вот тут видна церковь чуть-чуть. Ее мне тоже надо будет заснять. Это уже будет про нее другой ролик.